Но, Кирюха, могу сказать тебе так, что наш бизнес сейчас реально процветает. То, что было раньше, и то, что сейчас, ну это прям несравнимо. Мы реально растем. О, да, это точно. Мы скоро открываем новый небоскреб и там поставим новый склад с оружием. Здоровый склад с оружием. Это очень круто, это реально очень круто. Но знаешь, я сегодня какой-то прям сонный такой и не отказался бы сейчас от чашечки кофе. Вот, ты присоединишься ко мне? Да, давай. А, ну все, Любочка, а можешь подойти, пожалуйста, в офис? Да-да-да, чего извините? А, нам, пожалуйста, две чашечки кофе. Да. Да, сию секунду. Все. Так, ну, Кирюха, вот, да. Небоскреб-то был крутой, на самом деле. Простите, пожалуйста, а вам с сахаром или без? Со сливками, я думаю. Со сливками, да. Да, со сливками. Сегодня ленточка приболела, и теперь у вас выбор. В жопу раз или вилкой раз. Ну нахер, я кью в консоли пропишу. Все, нет, ну нафиг это. Я же как псих. Что? У меня ноутбук прописался. Сейчас. Абсолютно новый сайт с кейсами. Такого вы еще не видели. Прозрачная лента, постоянные акции, призы, игровые девайсы, айфоны и многое другое. А самое главное, выигрыш вы сможете вывести на Kiwi, WebMoney или Яндекс.Деньги. Заходи и побеждай. MoneyArea.net. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Кофи, Алекс Фокс, Варпач или Рой. Сегодня мы будем играть в Монника в CSGO. Хоп ты ж! Всем здорово, чуваки! Я тут, всем привет! А, здорово! Чё это такое? Ты чё? Ты чё? Ишь, реально зажаловали в том просто. В общем, ребята, сегодня вот такая вот карта, это какие-то офисы, и мы находимся сейчас вот на такой вот высоте, то есть на каком-то небоскребе. Да, мы сегодня. Мы будем сегодня такими, знаете, прям деловыми пацанами, которые работают тут, вот такие вот важные должности, там все дела. И маньяк, который напал, соответственно, на нас и хочет забрать все наши деньги. Вот. Но мы, конечно, не будем ему этого давать, и, в общем, погнали. Залез, давай. Погнали. Пора спасаться от этого маньяка, потому что дверь у него откроется. Маньяк, привет! Маньяк, привет! Ладно, парни, все, погнали. Нужно искать быстренько нычку. Просто, ребят, реально на этой карте очень-очень много нычек. Так, Кирюх, я же за тобой бегу сейчас, да? Куда пойдем? Подожди, а я забыл, я помню, у меня была какая-то нычка на запасе. Так, а через сколько у него откроется? На самом деле много нычек-то. Он почти выбежал оттуда, Кирюха. Уже? Кирюха, секунд. Так, он пипец быстрый. А, я вижу тебя. Я вот тут. Ты можешь сюда же. Вот, Кирюха, это нормально. Мне кажется, он не заподозрит. Мне кажется, он, да, реально не заметит нас. Тем более, такая-то нычка хорошая. Ты чё, не... Да. Ну, это довольно, знаешь, ну... Я забыл, где тут место было прям топовое. Вот надо было вспомнить. Так, вас тут нет. Неответственно подошли к этому делу, ребята. Я вспомнил ту нычку, на самом деле. Но мы, я думаю, в следующем раунде успеем. Может быть, даже и в этом раунде сможем какую-нибудь перебежку сделать такую. А вот мне интересно просто, где Саня сейчас находится. Мы его все равно пока не увидим. Я тут сделал настоящий план капкан, просто жесть. Чё там у тебя такое? Ты в сортире прячешься? Ну, практически. Это чё за подсказки такие? Ну блин! Чё, он в сортире реально прятался? Нет, он за коробками прятался. За коробками, план капкан, он говорит. План капкан, да. Так, Кирюха, вот ты... Тут нет текстуры. Ты уверен вот в этом? Да. Так, ну погнали, так, где было? Где осторожный преступник вооружен. Вот здесь, вот сюда, вот там. Нет, хотя здесь я не знаю, слишком палевно, наверное, место такое. Так, подожди, кстати, слушай, нам самое главное просто переждать, понимаешь? Нам самое главное просто переждать. Перебежечки. Перебежки такими маленькими. Да. Вот это место. Так, сейчас сделаем небольшую одышку и побежим дальше. Стамина на послать. Все, погнали, Кирюха, дальше. Ты думаешь? Я не знаю, я реально тоже его не слышу, поэтому мне страшно. Я не знаю, где его сейчас искать. Крадется. И где он вообще сейчас находится. Знаешь, комнату, где вот эта вот дверь там раскрывается такая. Это бегает? Так. Здравствуйте, сам ко мне пришел. Нет, да какого? Кирилл, не надо было выбегать, не надо было. Лерой, сейчас ты маньячок. Ну а теперь маньяк у нас Лерой, вон он там сидит, вон там вот в лифте застрял. Так, ну чё, Кирюх, куда побежим? Пойдём, вот сюда. По-моему, здесь где-то. А, я вспомнил, Кирюх, я вспомнил, где эта нычка находится. Я помню. Блин, нам оставалось-то совсем немного, на самом деле, чтобы добежать до этого места. Согласен. Давай, аккуратненько. Так, все, давай. Извини. А что там, кто бегает? Я бегаю. Так, самое главное, что... Все, просто по кайфу есть. Ой. Так, аккуратненько. Да, это он вряд ли заметит, и все. Мне страшно. Нычка реально топовая, и поэтому я не думаю, что Лерой сможет найти нас. А ты уже выбежал-то, Лерой? Да, Лерой уже вылез. А, ну мы тебя видим. А, да? Нет. Подожди, Кирюха, это что такое? Это открывается? Я тоже вижу. Не, вообще не трогается. Я вот тоже смотрю, вдруг здесь есть какой-то второй альтернативный выход. Лерой, кстати, сейчас, по-моему, проверил ту самую нычку, где Саня нас нашел в прошлый раз, если вот я вот не ошибаюсь.
Возможно, возможно. Я вообще Лерой не вижу, если честно. Ну, знаешь, мне вот что нравится эта нычка, то что мы видим очень много такого прям пространства, где он может бегать. Так, а ну-ка. Здравствуйте! А, я же забыл прописать тайзер, ну ладно. Кирилл, ты чё сделал? Кирилл! Кирилл! Зачем ты это сделал? Хочешь, можешь вернуться обратно, если ты сможешь как-нибудь его обмануть, и я не знаю. Я попробую, братан, попробую. Короче, я не прописал тайзер. Давай, Кирюх, я специально для тебя открываю, давай. Давай. Быстрее, он пока не поднимается. Как ты это сделал просто, Я упал, ты просто не представляешь, я упал нечаянно. Это вообще жестко. Подожди, не палим нашу нычку, не палим, Кирюха, не надо палить. Так, подожди, а где Лерой? Он просто фейспал. Я вот не знаю. Я вообще, я смотрю, ты так знаешь, уже снизу находишь, я вообще не понимаю, что происходит. Я прям сзади него выпал, короче, я такой, дверь заходит, а подожди, а где Саня, интересно, Санёк? Саня вообще где-то там... Притих, что-то смотри, да. Да, вообще. Лерой, привет. Лерой, чё, как коробки, нормальные? Коробки нормальные, холодильник тоже нормально, да? С напитками. Да. И еще коробки тоже, в принципе, нормуль. Он... Да где вы? А вот сейчас под барной стойкой, как тебе, нормально? Нормально. Так, Юг, самое главное, тоже случайно как-нибудь так не упасть. Да. А ты что дверь за собой не закрыл-то, Лерой? Дверь-ка быстренько закрыл. Надо, и как бы. Что, в трамвае родился, воняет, что ли? Да, воняет, блин. А где у нас? Он до сих пор еще даже Фокс. Да, даже Саня до сих пор бегает, и я не знаю, где он находится. Я бегаю так просто на открытую. А, слушай, Лерой, а ты можешь вернуться к двери, из которой ты поднялся? Так. Да, а то мы тебя не видим. А то мы тебя просто не видим, как бы, да. Вот, ну вот теперь видим. Вот, да. Да, молодец. Молодчик, просто молодец. Мальчик-красавчик, молодец просто. Что, блин? А где он бежит сейчас? Я его снова потерял. А куда-то... Он обиделся. А где вы, ё-моё? Куда вы делись? Мне кажется, он не сможет найти эту позицию. А ты дверь закрой за собой позиция, и узнаешь. Ты дверь закрой за собой и узнаешь. Вот, молодец. Вот сейчас. Я его не вижу, я потерял его. Я тоже, слушай, все, больше не вижу его. Блин, капец. Почему я его не вижу? Ты открой дверь, не видно. Я не вижу ничего. Во, сейчас, слушай, появился. Вообще, появился. Ну, в клипе там где-то за текстурой. Подожди, а закрой дверь, Лерой, пожалуйста, закрой дверь. Ну-ка, работает? А с другой стороны, закрой. Подожди, вот сейчас я тебя все равно вижу. С другой, вот сейчас мы тебя видим. Ну, с другой стороны, Лерой, закрой, Так, это неинтересно, ребят. У меня задача вас искать вообще. О, а вот теперь не видно. Слушай, а вот теперь вообще что-то не видно. Ты еще двери... Он где-то текстуры, да, по-моему? Да, что-то такое. Вот, слушай, вот сейчас вообще не видно его. Подожди, вот надо... Ой, вообще не видно! Вообще просто потеряли. Мне кажется, он обиделся на нас. Я немножко, да, обиделся. У меня тут тренируется. Давай поменяем позицию. Так, давай. Позиционно. Да, все правильно, только, по-моему, немножко вот... Так, ой, что-то я... Кого? Я тут считаю, как в тюрьме, знаете? О, чёрт, Кирюха, не-не-не. 40 секунд осталось. Можешь вот в этот самый крайний, который слева. Ждите. Вау! Я думал, он вообще ушел. Так. Ой, а что там Саня творит вообще? Ушел, да? Я убежал. Ты что? Ты где вообще? А, офигеть, Олег, такое место. Так о чем я и говорю? А как он там оказался? Подожди, он же ведь вот тут вроде вот так. Да, он вообще убегал куда-то. Саня, ты где вообще прятаешься? Я тут это играю. Прячешься. А с кем ты играешь? Ну, слушай, нормально туалет это там, нормально туалет у тебя, Лерой, такие. Вот, проверь, вот даю подсказку, проверь внимательно автоматы вот с напитками, внимательно, вот внимательно желательно. Именно внимательно. Именно внимательнее, да. Здравствуйте, я был над ними! Над ними? Ой, да, просто вот так вот, это был изи раунд. Почти открылось, почти. Еще немножко, вот если бы я поменьше ел сегодня... О, все, я вылез, так, и слышу, что вы где-то находитесь наверху. Но сейчас будем, парни, вас искать. Сейчас мы вас попробуем найти. Давай. Так, и че, и где, и кто куда заныкался, парни, а? Опа! Здорово, Лерой! Здорово! Лерой, что-то сегодня так не везет, ребята. Вообще, нормально, просто... ты чё? Нормально, чё ты переживаешь? Все нормально. Так, еще хорошо. Буквально за считанные секунды, ребята, мы на... Что? Кирилл, ты чё? А как ты туда залез? В смысле? Никак. А где он? Никак. В смысле? Мне интересно, где он. Это что такое? Меня нигде нет. Это что такое?
Это ты чё такое мне на нычку показал? Ты где? Ты а куда где уже? Ты? Нет, а чё ты где? Где? Подожди. А как ты туда Я знал, что туда можно зайти, я знал. Но я не знал как. Подожди. А, что? Как? Как ты зашел туда? Офигеть. Да ты должен был сверху где-то уже быть, да нечестно! А как ты залез сюда? Подожди, капец, как ты залез? Просто. Как ты поднялся? Как ты поднялся? Подожди. Кирилл, как ты достиг такого успеха? Не знаю, так получилось. Как вы набрали один? Я бежал вообще всю карту уже, пока ты туда пытался залезть. Так, ну все, осталось найти только Санька, ребята. Чё ты как-то я быстрого? Саня опять в своей атмосфере. Саня туда, Саня, давай. Беги, Сань, беги. В смысле? Я ж тебе... Я бы несколько раз просто пал. Ну, ребята, это было реально очень как-то легко. Ну, бывает. Ну что, Саня, как тебе там сидится? Нормально тебе, зомбик? Зомбик, нормально тебе? На-на-на, тверк. А чё я не могу? Так, вон, пацаны, погнали. Все. Нам нужно срочно искать нычку. Так, нет, не туда. 13 секунд. А, подождите меня. Так, Кирюха, я знаю, что... Быстрее. Быстрее! Так, ты думаешь сюда? Ну да, ну погнали, давай. Только быстрее, пожалуйста. Так дверь долго открывается. Так, кто-нибудь. О, все, так, просто по кайфу. Так, Лерой, а ты где вообще? Так, а я вот где-то вот, я не знаю. Та-тан. Ну, я думаю, что... А Саня же ведь не знает вроде бы про эту нычку, да? Вроде бы нет. Вроде бы нет. Я вообще ничего не знаю. Вроде бы нормально. Санёчек. Саня. Курлык. Ну не, курлык? Он вряд ли найдёт. А почему тут курлык? Вы на крыше? Курлык. Нет. Ну что-то типа того. Возможно. Не отрицаем этого факта. Как там голуби делают? Ну, Саня, знаешь, давай, может быть, сразу дадим подсказку ему, я не знаю. Давай. А моя любовь живет на 25-м этаже. Мне кажется, он догадался, подожди. Не, мне кажется, знаешь, вот, если бы мы его видели, в принципе, он бы догадался. Вот его не видно, к сожалению. Рядом вообще никак. Да, он уже спалил нас. Е открывается. Вообще не видно, маньячка ни в какой стезе. Только подальше. Чего вы меня там кидаете? Это не мы, это подарки. Это карта сама скидывает. Подожди. Да. Это респаун. Это что? Быстрее, Кирилл, убегай оттуда! Где вы? Кирюха! Куда? Опасно, просто опасно! Бам-бам-бам-бам. Я вроде спрятался. Вот куда-то я спрятался. Как же это опасно? Как же это было сейчас опасно, ребята? Вы это видели вообще жестко! Меня убили! Ты понимаешь, смотри, как вообще это все было? Мы начали спускаться с той позиции, да? Мы спустились вот по этой лестнице, которая такая короткая. И я потом пошел, заныкался под лестницу, вот там, где однажды Лерой прятался. И выбегаю потом оттуда, решил поменять позицию, и просто Саня ко мне стоит спиной, смотрит за кем-то как бы, да? Я вообще еле там спасся, я не знаю. Ой, что это текстуры были? Ё-моё. Так, где ты? У меня просто, я не знаю, мне текстуры выглядели. Молодой Олег, вы где? А вот не скажу. Пока еще рано для подсказочек. Пока еще рано для подсказок. Ветер северный. Со мной с тобой. Мне с тобой. Что такое там было? Подпевайте в комментариях там. Не, я пока палить свою позицию не собираюсь, поэтому, Санек, давай там, ищи там, ну, находи меня. Вот я слышу, что ты вот куда-то ты стреляешь, вот только куда. Знаешь, как в мафии они обстреливали здания какие-то. А Лерой, ты где вообще? Ну, вот можешь написать в чате, можешь в чате написать где-то. В чате? Да, а лучше в общей. А да, не, только не в общей, Подожди, сюда как-то можно, нет? Ой, я бы подсказал, где он, давай я подскажу. Не, я дам подсказку, А видно, что я пишу? Подожди-ка, я что-то вижу. Это здесь. Вау. Ну блин! Вот, я дал по... Как? Ты где был-то? Так, опять. Он спрятался, где под... я вас нашел первый раз. Понятно. Это дикой. Ты что, думаешь, я буду просто так, да, вот это все? Не, Сань, даже не думай. Это слишком легко. Да нет! Нет! Ну дай выбраться отсюда, пожалуйста! Нет! Почему я такой толстый? Почему я ел перед серией пончики? Зачем мне это? Трижды не смог. Я не смог протиснуться в эту маленькую дырку. Почему она такая узкая? Ну, в общем-то, дорогие друзья, наша серия по маньяку в CSGO подходит к концу. Надеюсь, что вам понравилось. Вы поставили кучу жирненьких пальцев вверх. И, ребята, на этом сегодня все. С вами были, как всегда, Фокс, Аня, Варпач, Алерой и Кофи. Всем пока-пока! Всем удачи, всем пока! Всем пока, ребята! Всем пока!